Новые фото – это, конечно, новый дизайн. Ну, куда же без этого. Новый дизайн, и хочу сказать, он стал намного более удобный. И новый функционал стал намного более удобным, никуда не делись фотографии, альбомы. Так, сразу хочу сказать, что появилось интересного. Ну, во-первых, фотографию теперь можно реально удалить, либо скрыть. То есть не только скрыть, а действительно удалить. Можно сохранить ее в фотопленку, если она у вас не в фотопленке. То есть все понятно. Также здесь экспозиция, обрезка, все осталось по-старому, но немножко изменился сам формат этого, но благодаря новому дизайну. Баланс белого можно выбрать, без этого тоже никуда. Мне что понравилось, так это эффекты, как они теперь представлены. То есть все осталось тоже старые фильтры камеры, предпоследняя строчка, это те, которые встроены в iOS 7 в стандартную камеру. Все осталось в принципе по-старому, можно сразу экспортировать кучу вариантов даже в iMovie, если он у вас установлен, фотопленку, Flickr, Facebook, в iTunes, в передачу данных между другими устройствами с установленным iPhoto и даже в фотокнигу. Да, тут можно создавать фотокниги. В принципе, ничего такого сверхъестественного. Можно посмотреть источник, оригинал. По-моему, все классно. Ну, естественно, никуда не делась информация о файле. Так что в плане дизайна теперь iPhoto преобразился очень хорошо. Также можно искать по избранным, там, по флажку, по измененным или все фотографии показывать. В общем, в этом классно. Кстати, хочу обратить внимание, для тех, кто пользуется фотопленкой и не видит разницы между iPhoto, смысл iPhoto и фотопленки. Я не могу, конечно, показать, как фотопленки отображаются, но хочу сказать, что они, конечно, не совсем может быть удачная фотография, но все же. Так вот, если вы открою эту фотографию фотопленки и захочу увеличить, то увеличивается просто превью на самом деле. То есть она не акцентирует качество. Вот, допустим, я здесь увеличил текст, вот он поначалу размыт. Также и фотопленки, но видите, он здесь как бы сфокусировался и, ну, то есть качество показывается во всей красе. Даже если вы зальете фотографию там 15 мегапикселов там какой-нибудь или 18 с Canon'а, какого-нибудь 650D, то вы увидите его во всей его красе. Конечно, зависит от аппаратной начинки самого устройства.